тобою тропой иду, и счастлив лишь тот, кто рядом идет, кто рядом с любимым идет. Вот так. Сядем. Наверное, хорошо, когда муж все время песни поет, а? Неплохо. Николай Ковалев. Так зовут нашего героя. Николаю Антоновичу 78 лет. Он сторожил нашего города. Со своей супругой Галиной Михайловной они прожили почти 55 лет. За совместную жизнь они нажили двоих детей, двух внуков и двух правнуков. Все это время их сопровождала песня. Хотя Галина Ковалева сама вокалом не занимается, а вот как муж поет, ей всегда нравилось. Нравилось. Ну, вот сама она вообще не поет. Вообще не поет. И, но плясать один раз в жизни я видел. Ага. Но лучше ее никто не спляшет. У самого Николая Ковалева музыкального образования нет. По профессии он машинист электровоза. Много лет проработал Николай Антонович в погрузочно-транспортном управлении Башкируглях. При этом пел всегда. Началось все это еще в детстве. Впервые гармонию взял, когда я учился в 5 классе. У меня отец был гармонист, хотя я и не слышал, как он играет, но он играл. И когда вот его взяли на фронт, осталась гармония. Ее по пьяни, понимаете, меха там порвали. Она новая, но меха порвали. И вот тяга гармонии. В деревне один только у нас там играл. А гармонь была русского, венского строя тогда. Вот, русский строй. Хромок как таковых не было тогда еще. Вот один у нас имел, он вот играл, и все. И вот говорю матери, давайте купим гармонь. Гармонь тогда можно было купить, она что-то то ли 170, то ли 200, там 70 она стоит. Нет, вон, ремонтируй, говорит, и играй. А где ремонтировать-то? У нас ни мастерских тут не было тогда ничего. И вот я, знаете, взял ее на велосипед. В мешок на велосипед на этот, на багажничек привязал и порулил, знаете, куда? В Оренбург. Поехал на велосипеде. Вот, и дорога тогда асфальта не было, дорога шоссейная, и так ездит, вся выбитая. В общем, а в то время в Оренбурге еще живы были родители моей матери, родной матери. И вот адрес был, я нашел их. За 8 часов я туда докрутил. Все, гармонь, взял эту гармонь в мешке и пошел по городу мастерскую искать. Ну и вот нашел мастерская, захожу, ну пацан вот, 5-классник. Захожу, сидит мастер такой, богатый волос, у него такая прическа, ну красивый мужчина. Что вам, молодой человек? Да я говорю, вот гармонь я принес, подремонтировать надо. Ну давай, давай. Посмотрел, ну и что надо? Я говорю, вот меха ей надо починить. И перестроить на хроматический строй. Он говорит, да вон стоят сколько, вон, бери любую. Хроматический уже строй. Нет, надо же свое. Да говорю, нет, мне бы свою. Ну ладно, через месяц будет готово. 200 рублей готовь. Через месяц ровно. Опять велосипед беру, дождичек немножко моросит. А велосипед-то старенький, восьмерочка-то. Выезжаю, он ширк-ширк немножко задевает. Порулил обратно туда. Приехал, давай искать. Пришел, на счастье сидит этот мужчина. Так, что вам, молодой человек, опять? Я говорю, да я вот месяц назад отдавал вам гармонию, вот так и так. А, да-да, вот она, вон, готова. Вот, показывает мне там стеллаж у нее такой. Вот я взял ее, он говорит, ну давай пробуй. Я говорю,
дядя, я говорю, я не умею играть. Вы сыграйте, а я послушаю. Но слух был музыкальный, действительно, у меня. Я вот тогда эти вот рупоры были вот эти, да, динамики вот эти круглые, что в войну ставили, после войны сразу. Вот. Любую мелодию я перехватывал на ходу. Вот. Вот он взял, как заиграл, да где там строй, вот исключительный, я не знаю, мелодичный, у меня сердце, наверное, остановилось прям там. И говорю, все. И в мешок деньги отдал, и опять на багажник и порулил. Обрадовавшись тому, что наконец-то мечта сбылась, и теперь у него есть своя гармонь, Николай Ковалев быстро начал учиться на ней играть. Приехал. За неделю я играл все, что играл вот там, который имел гармонь свою. Вот так я начал играть на этой гармони. И потом она буквально через месяц вся расстроилась. И я ребятишкам, детям отдал, они песок возили потом на ней там на улице. И потом второй раз только гармонь мне попала в руки, знаете, когда с армии пришел. Тогда только возможность была, я купил гармонь. Так на чужих-то играл, потом там. Друг один купил, у него была, он сам не играл, я играл. Этот, у которого гармонь была, он мне тоже доверял свою гармонь, а больше никого. Первое, что я начал играть. Это была одна из первых песен, которые исполнял на гармонь Николай Антонович. С того времени у Николая Ковалева в руках побывал не один инструмент. Вот этой гармони, на которую он играет сейчас, к примеру, два десятка лет. Она служит нашему герою верой и правдой. Да, этой гармонии вот сейчас 20 лет. Угу. А как у вас появилась? А это был 9 мая, День Победы, на площади как раз. Был какой-то там концерт в честь этого дня. Приехали, были приглашены из МИАСа. Вот какой-то там, то ли он ансамбль, то ли кто, не знаю. И вот я смотрю, и много мужичков идут, и у них гармошки вот прям вот махонькие вот такие, красивые. А у меня в то время была гармонь, уже мне дети подарили на день рождения, Беларусь. Большая такая вот. А я шел с ней, тоже в компании были, и мы идем, а вот они около, на площади сидят там, в скверике, вот тут на диванчике. Мужчина один с этой гармонией. Я подошел, вот, подсел к нему, говорю, дядь, ну, в то время я молодой был уже. Говорю, дядь, и между прочим, тоже у него так пальца нету, как у меня сейчас. Говорю, вот, гармошка у вас. Можно попробовать, я вот. Он говорит, а что? Конечно, если можешь, возьми, на. Я свою поставил, взял, заиграл, и как вот мне кажется, что прям от сердца заходит у меня. Какая она легенькая, маленькая и мелодичная. Я говорю, а как вы где взяли? Он вот так и так. Оказывается, в Ивановской области, город Шуя. Вот эти шуйские гармошки. Говорю, а вы можете мне адрес дать? Пожалуйста. Он достал бумажку, раз. Иванская область, Шуя, туда, и фабрика такая. Напишите письмо, и они вам ответ дадут. Вскоре Николаю Антоновичу прислали ту гармонь, которую он заказывал. На ней сейчас он и музицирует, подбирая аккорды на слух. С нотной грамотой Николай Антонович не знаком. Услышит какую-то песню, вспоминает, как она звучит, а потом подбирает музыку, перебирая клавиши. Вот я люблю, вот свет не включая, на диванчик вот на этот сажусь, без света. И вот начинаешь, песню услышал, допустим, первый раз. И вот начинаешь. Буквально недавно. Я услышал просто. И вот пришел, и надо подобрать. И вот я вот так подбирал. Thank you.
каюте было двое, сидели молча я и ты. За окном сияло море, и глаза твои. А когда на море качка, качка, и бушует ураган, приходи ко мне, морячка, я любовь свою отдам. А когда на море качка, качка, и бушует ураган, приходи ко мне, морячка, я любовь свою отдам. Вот это подобрал. Кстати, почти сразу, как Николай Ковалев научился играть на гармошке, параллельно он учился и петь. Когда примерно учился я вот в 7-8 классе, я вот слушал вот это радио, и любую мелодию я перехватывал на ходу. Любую. Вот тогда, помните, были в моде все вот эти неаполитанские песни, да? Лолита Торрес тогда вот пела. Так любую мелодию я воспроизводил запросто. И все, вот потом почему-то так начал петь. А в семье, я не знаю, дядя вот старший говорят, что он пел. А больше не знаю. Дядя пел, отец играл, да? Отец играл, это точно, отец играл. Причем очень по нотам играл он, знаешь. А я вот просто так, на слух. Среди любимых песен нашего героя – песни на военную тематику. Редко друзья нам встречаться приходится, но уж коль довелось, вспомним, что было, выпьем, как водится, как на Руси повелось. Пусть вместе с нами семья ленинградская вместе сидит у стола. Вспомним, как русская сила солдатская немца под Ригой гнала. Вспомним и тех, кто неделями полными мёрзлых лежал в блиндажах. Бился на Ладоге, бился на Волхове, не отступая на шаг. Помним и тех, кто командовал ротами, кто замерзал на снегу, кто в Ленинград пробирался болотами, горло ломая врагу. И в преданиях навеки останется под пулеметной пургой наши полки на высотах Синявина, наши штыки под Ангой. Выпьем и чокнемся чарками полными, выпьем за всех, за своих, выпьем за мужество павших героями, выпьем за встречу живых. Вот такая. Это ленинградское застолье называется. Под липами я повстречал тебя. Счастливы будем мы, задыхаясь поцелуя, и вдыхаю аромат твой, и упиваюсь я мечтой. Иль помнишь ты? Но помню я тревогою, я ожидал тебя на берегу пруда,
твои очи целовал я, и пленился я навек тобой под серебристою луной. И вновь под липами будем вместе мы сидеть вдвоем, любоваться голубым Днепром под серебряной луной. И вновь под липами будем вместе мы сидеть вдвоем, любоваться голубым Днепром под серебряной луной. Еще одну песню можно? Но только я это, ну, которую я люблю. И внучка у меня приходит всегда: дедуль, вот эту песню сыграй. Ну, давай. Отцвела липа белая, вот и встретились вновь. Здравствуй, самая первая, неземная любовь. Ты та и не та уже, все гляжу, не пойму, почему же ты замужем? Почему? Ты та и не та уже. Отчего не пойму, почему же ты замужем? Почему, почему? Город нами построенный в этом тихом краю. Сосны замерли стройные, как солдаты в строю. Это был наш экзамен сквозь метели пургу. Почему же ты замужем? Почему, почему? Это был наш экзамен сквозь метель и пургу. Почему же ты замужем? Почему, почему? Листья падают, падают на тебя, на меня. Может, ты не любишь, но люблю я тебя. Как же это случилось, до сих пор не пойму. Почему же ты замужем, но скажи, почему? Климат не тот. Завтра в 0:49 улетит самолет. Я на всякий пожарный два билета возьму. О том, что ты замужем, никому не скажу. Много лет с той поры прошло, на висках седина, но на сердце по-прежнему только ты у меня. Видно мне одинокому, жить по жизни суждено, только сердце волнуется и тоскует оно. Много песен знает наш герой. В основном он выбирает композиции для души, ведь те, что нравятся, подбираются на слух проще. В основном ценителями таланта Николая Ковалева сейчас являются его близкие и друзья. Раньше, когда без гармонии не обходилось ни одно застолье, Николая Антоновича, когда приглашали в гости, часто просили поиграть. А потом уже играешь как он. Деревня, я же говорил.
деревня исчезали просто на глазах. Было такое время. Вот. Поставьте памятник деревне на Красной площади в Москве. Там будут старые деревья, там будут яблони в траве и покосившаяся хата с крыльцом, рассыпавшимся в прах, и мать убитого солдата с позорной пенсией в руках. Вот, но никак не подберу. Вообще для кого поете обычно? Ну, чаще всего для души. Еще. Я могу один петь. Вот у вас соседи, вот тут вот они, он слушает. Опять гуляет, да, он не гуляет, это один дед сидит и пилит, играет и поет. Ну а какие? Ну, конечно, мы привязаны к тем песням, которые мы слышали в свое время, с которыми мы росли. Вот. Допустим, так, вот. Катюшу я играю, вот и Калину эту играю, Ромашку играю. Как поется, нам песня «Жить и любить» помогает, так можно сказать и о семье Ковалевых. Она помогает и компанию повеселить, и просто, когда есть свободное время, провести его с пользой. Тем более, что творческие планы у нашего героя есть. Есть песни, которые он еще хотел бы спеть, но пока еще не подобрал под них музыку. Так что у нашего героя есть желание творить и творить. Thank you.